Во Владивостоке открыли отделение посольства Республики Беларусь «Приморье». Отделение посольства перенесли из Хабаровска во Владивосток в новую столицу Дальневосточного федерального округа. Открывшееся отделение главным образом будет координировать торгово-экономическое взаимодействие, а также займется содействием в межгосударственном сотрудничестве в иных сферах, таких как спорт, культура, наука и другое. Оно стало 24-м иностранным дипломатическим представительством, открытым в столице Приморья. Выделено прекрасное помещение для консульского отдела, это достаточно вполне. Когда я спрашиваю, ну а как вот сравнить с Хабаровском? Ну, на порядок лучше со всех точек. Море. Комфортность и место, прекрасный вид, да, видно, что это портовый город, на порт и так далее. Поэтому все условия созданы, теперь от руководителя отделения посольства зависит все остальное. Мероприятие состоялось в рамках Дней Республики Беларусь, которое проходит в регионе с 5 по 10 октября. Екатерина Зверева, новости на 8.